Да, я уже написала. Так. Вот. Так, ребят, всем привет. Я смогу читать комментарии, если вы будете писать. Тём, привет. Вот, как раз по второму телефону я смогу прочитать комментарии. Все, которые вы напишете. Поэтому вопросы, ребята, давайте, пишите. Сегодня я решила сделать такой, я не знаю, как он называется. Я как бы очень разбираюсь, это вебинар, тема. Но вебинар это как раз те, наверное, тот формат, чтобы мне рассказать, что вы получите, если то-то, то-то, то-то. Потому что у нас очень много ребят, которые меня, может быть, не знают, которые новенькие, которые не знают, что я даю, о чем я сказываю. Наверное, так. Понятно, что все мои, это Маша, Люба, Лена, Оксана, Тёма, Галина, Света. Ой, всех не перечислить, ребят. Арунас, Катюша, Даша, конечно же. Вот. Уже, наверное, те ребята, с которыми мы... Настёна вот здесь, вот, да? Вот. Это уже те ребята, которые, ну, знают меня, наверное, больше, чем по каким-то эфирам. Это те люди, которые знают мою личную жизнь, меня саму, потому что мы настолько уже плотно много общаемся, особенно в клубе, да? Что вам уже, в принципе, и не нужно знать то, что я сейчас расскажу. Наверное, это как-то абсурдно звучит. Но я как раз хотела сегодня провести вот этот вот эфир, вебинар, я бы так его назвала, да. Это как знакомство, потому что мне в личку пишут некоторые ребята, они говорят, как бы, а вы что делаете-то, вы кто? Вы психолог или натуропат? Вы как бы следите за питанием, предлагаете? Или вы травница, или вы кто? И у меня доходит сейчас до таких вещей, что мне говорят, а вы можете излечить заболевание человеку, если мы скинем его фотографию? Ребят, я не колдушка. Вот. Конечно, может быть, это классный такой момент, классный аспект, но со мной он никак не связан. Я люблю вообще общаться вживую, я очень люблю эфиры, я, ребята, даже не могу записать элементарные рилы, шорты, вот они, да, или шорты, не знаю, как они называются, когда ты говоришь в камеру и говоришь, что ты хочешь передать, куда ты хочешь пригласить ребят, чтобы что им дать, я не могу записать два слова на мертвую камеру. Никак у меня не идет, никак у меня не вяжется это, вот это вот. И я постоянно в пролете. То есть мы вчера с сыном поехали на велосипедах. Я говорю, поехали куда-нибудь в красивое местечко. Он говорит, поехали. Мы с ним поехали на озеро, там великолепное место, озеро, зелень сейчас такая, вот она сейчас молодая, прям такой цвет великолепный. И вот я, короче, я сделала, чтобы записать одну минуту, я сделала, наверное, кадров 8, но больше меня не хватило. И я понимаю, что я не могу. Я вот могу общаться в эфире с огромным удовольствием, когда я вижу, что меня смотрят, когда я вижу, что я могу на что-то ответить. Я люблю марафоны, я обожаю марафоны, когда у меня идет контакт, когда я начинаю ребятам рассказывать на какие-то их, отвечать на какие-то их вопросы. Я кайфую от консультации, я вижу, как человек раскрывается, особенно как оно ни крути, не с первой консультации это бывает.
я вижу, как он открывается, как он распаковывается. И я от этого кайфую, когда это личная беседа. Про ретриты я вообще не говорю. Когда это в личной беседе, когда я могу потрогать человека, потрогать его поле, не обязательно его физически, а потрогать его поле, для меня это, наверное, такой своеобразный кайф, потому что оно у нас настолько разное у каждого. Оно имеет свой цвет. Свой цвет имеет свою плотность. Каждая плотность имеет свое настроение. Каждое настроение имеет свою глубину. Каждая глубина имеет свои грани. И вот это все, что я вам сказала, это скрыто в односекундном прикосновении к вам. И это настолько удивительное чувство. Вот здесь вы себя можете чувствовать волшебником, здесь вы себя можете чувствовать Богом, сотворцом, творцом, единением. Назовите это хоть как. И вот эти часы, проведенные с вами на ретритах, как вам кажется, что я вам что-то там даю, я, конечно, безусловно, вам даю, да, но то, что вы даете мне своей энергетикой, которую вы каждое мгновение, каждая секунда, у вас идет распаковка вашей энергетики в самом себе, вы даже не представляете, какие это чувствования. То, что вы пока не можете их прочувствовать, это не говорит о том, что этого нет. И это настолько огромная гамма, почему я, ребята знают на ретритах, что я вот провожу время там, и потом я говорю, ну, обычно я с детьми езжу, я там пошла к детям, я пошла в номер, что мы расходимся, мне нужно обязательно какое-то время побыть наедине с самой собой. И вот это время, чтобы побыть самой собой, это не потому, что я устаю от чего-то, это потому, что ваша энергия должна сконнектиться с моей, вот как бы в пазл войти, потому что она настолько объемная, и мне, чтобы передать вот этот, я вижу, что вот в этой синеве не хватает аспекта золотой гаммы розового, но это уже так. Нас, кто поймет, тот поймет, то мне нужно обязательно сконнектиться, чтобы это дать. Потому что в каждом цвете есть распаковка вас. И это неимоверное ощущение, это прям такой вау, шквал. Поэтому, конечно, ретриты для меня это самое лучшее, это самое клевое, что я могу испытать. И когда я их начала проводить, я поняла, что для меня это на сегодняшний день. Мне это нравится. Мне от этого здорово. Вот. И как раз вот сегодняшняя тема здорового тела, изобильно во всем, это как раз про то, что я, как огромнейший любитель самого себя, а во мне все отражение всего мира и весь мир отражение во мне. Именно поэтому я хочу, чтобы не только я совершенствовалась, но от совершенствования меня совершенствуется мой мир. От совершенствования моего мира совершенствуюсь я. Мой мир – это каждый из вас. Именно поэтому мне хочется, чтобы каждый из тех людей, кто соприкасается каким-либо способом со мной, чтобы он становился сильней, глубже и раскрытие. И это проявляется сильнее, глубже раскрытие, это проявляется в физическом состоянии, чтобы его физика была более здорова. Это психическое состояние, чтобы у него ушли вот эти вот все паттерны поведения, какие-то закумулированные страхи, какие-то недосказывания самому себе. И, конечно же, чтобы он чуть-чуть хотя бы увидел то, что есть на горизонте, куда он может пойти, то есть то, что у него сейчас
это настолько мало, насколько, что он может вот это вот познать, настолько в малом он сейчас живет. Я как раз пытаюсь ему открыть, не пытаюсь, а так и получается, открыть вот эту вот ширму, чтобы посмотреть, сколько у тебя тут всего. Иди, бери, все твое. Не надо стесняться, это уже все твое. Это, знаете, ребята, это из той серии, когда вы, вот у вас есть свое жилье. Неважно, насколько оно свое, вы его снимаете, вы за него платите какие-то финансы, да? Вы его купили, вам его подарили, вам его передали родители, неважно. Вот это вот ваш дом, ваша крыша, куда вы приходите. И когда вы знаете, что это ваш дом, что вы делаете, когда приходите в него? Вы приходите, раздеваетесь, разуваетесь, кто-то там обувь складывает аккуратно, кто-то там, как мои сыновья, по всему коридору, кто как. И потом вы что делаете? Вы идете там на кухню, либо в ванну, либо там вы ложитесь спать, свою кровать, свою постель, смотрите там телевизор, компьютер или что-то еще. То есть вы чувствуете себя как дома. Вы потому что понимаете, что это все ваше. И это нормально. Но когда вы знаете, но не осознаете, что весь мир это тоже ваш, то тогда вы стесняетесь взять что-либо к себе, попользоваться этим. Это то же самое, что когда вы приходите в свой дом, и вместо того, чтобы вести себя так, как я только что описала, вы ложитесь на пороге у коврика и так думаете: Господи, хоть бы там не храпануть ночью, хоть бы слюну не пустить на этот чистейший коврик, хоть бы там не что-нибудь там, косточки там начали там. И вот вы сидите, вот так вот спите. Это то же самое, что происходит с вами сейчас. Вы в своем мире стесняетесь взять то, что ваше уже априори. Вы в своем мире стесняетесь поехать, посмотреть, увидеть, пощупать, потрогать, попользоваться тем, что уже есть ваше. И вот как раз на марафонах, на консультациях, на ретритах мы с вами будем проговаривать, в том числе, это не единственный аспект, в том числе мы будем проговаривать, и я вам буду показывать, рассказывать, и чтобы вы это ощутили, что весь мир, все, что есть в этом мире, это уже ваше. Просто возьмите и пользуйтесь этим. Не надо этого стесняться, не надо опасаться, не надо думать, что, ой, я могу и меньше удовольствия, может быть, кому-то нужнее. Но вы, когда приходите к себе домой, вы же ложитесь к себе в постель, вы же не думаете, что, ой, вот кому-то, наверное, нужнее было бы поспать вот у меня дома. У вас почему-то нет этих мыслей. А когда вы находитесь в своем мире, почему они у вас возникают? Почему вы стесняетесь этого всего? И когда мы с вами начинаем, неважно где, у каждого есть на данный момент свой, как вот назвать-то, не предел, не рост. На данный момент мы всегда делаем максимум, что мы можем, и то, что мы хотим сделать на данный момент. Всегда. Когда нам говорят, особенно, знаете, в школе очень часто говорят, вот ваш ребенок или там вашим родителям, или нам сейчас говорят, или вашим внукам сейчас говорят, ваш ребенок такой талантливый, но такой ленивый, вот если бы не его лень, вот он бы добился там чего-то. Но это не так. Лень – это часть меня на данный момент. Если во мне сейчас играет лень, если во мне сейчас играет какой-то аспект чего-то, я не добилась, на данный момент я сделала то, что я могу сделать на данный момент. Не бывает такого, что вот
Я мог большего, но сделал вот так. Не мог. В этот момент не мог ты сделать большего. В этот момент ты выложился по полной, на что ты был способен в своем физическом, психологическом и психическом состоянии. И если ты будешь себе говорить, что я мог больше, ты тем самым на подсознании унижаешь себя настоящего. Говоря как бы, ну ты мог и больше, ну что-то так, как-то опрофанился. Нет, ты всегда, каждую секунду, когда мы будем понимать, что каждую секунду, каждое мгновение нашей жизни я лучший на данном этапе, на данное мгновение, я лучшая версия себя, каждое мгновение прожитого своего момента, я всегда лучшая версия себя. И только когда мы это поймем, что я всегда лучшая версия себя, то у нас всегда будет для лучшей версии себя лучшее восприятие своего мира, лучшее принятие своего мира и лучшее и максимальное удовольствие от своего мира. А чтобы получить максимальное удовольствие, мы можем взять именно то, что нам хочется. Не то, что мы можем себе позволить, не то, что мы можем себе обеспечить, не то, что мы можем для себя что-то сделать вот такого на данном этапе, но мог бы больше, но на данном этапе вот что-то вот не сложилось немножечко не так. Нет. Каждое мгновение, даже если ты болеешь, даже если ты плохо выглядишь, как тебе кажется, даже если сложились все обстоятельства, как тебе кажется, не в пользу себя, даже в этом случае ты лучшая версия себя в этом мгновении. А лучший всегда достается лучший. У нас лучшее, у тебя лучшее окружение, у тебя лучшая деятельность, у тебя лучшее принятие, у тебя лучшее местоположение, где ты живешь, у тебя лучший город, лучшая страна, лучшая планета. Ты в лучшем расположении планет на данный момент. Вот когда ты поймешь, что ты есть лучшее, и в твоей жизни не бывает худшего, априори не бывает худшего, тогда у тебя пропадает оценочное состояние лучше-хуже. Ты всегда на высоте для себя. Худшего не бывает. Когда есть одно, другого уже не будет. Когда есть лучшее, когда ты приучишь себя к лучшему, что ты есть лучшее, что вообще могло было быть сотворено в этом мире, когда ты поймешь, что ты лучшее есть, и для тебя все есть лучшее только, тогда у тебя пропадет из твоей жизни все худшее, все нормальное, все ну так себе. И в твоем мире будет только лучшее. И из этого лучшего ты будешь выстраивать все только лучшее. Когда ты поймешь, что это твоя жизнь, это не предрассудки, это не тренинговые «Вау, вот сегодня лучшее!» А потом у тебя «Фу, и ты сдулся, а где лучшее?» Когда ты поймешь, что ты есть лучшая жизнь, лучшая версия самого себя, потому что худшей версии в тебе не заложено, нет твоего второго «я» худшего, ты всегда лучший, тогда ты поймешь, что все лучшее для тебя, когда есть для тебя только лучшее, худшего не существует, есть единственный вариант, у тебя начинает все выравниваться, у тебя начинает выравниваться твоя жизнь, только из состояния твоего блаженства, только из состояния твоей истинной изобильности. И ты тогда начинаешь чувствовать истинное, ровное счастье, удовлетворение, благость во всем, в каждом моменте твоей жизни. Понятно, ребята, о чем я? Именно вот об этом мы с вами говорим каждый марафон. На консультации я вас вывожу именно в эти состояния. И, конечно же, на ретритах мы очень глубоко это все прорабатываем.
Я вроде бы не стесняюсь брать в своем мире то, что мне принадлежит, просто почему-то я экологичен. И чтобы мне было хорошо и тому, кто тоже участвует в событиях моей жизни. А потому что есть оценочность. Пока ты не найдешь вот это, вот, когда не уйдешь из оценочности хорошо-плохо, чтобы уйти из оценочности хорошо-плохо, есть два варианта. Либо вы все время отслеживаете и убираете это хорошо-плохо, либо вы себя сначала выводите на лучшее, а мне кажется, это самый клевый вариант, и состояние лучшего, потому что ну, не бывает худшей версии вас. Вы в единственном числе. И если вы найдете в себе худшую версию себя, то это ваша голова вас опускает для чего-то. Тогда начинайте копать. Для чего? Почему вы боитесь взять то, что уже ваше? Почему вы боитесь пройти в свою квартиру, в свой дом, дальше своего порога? Это уже ваше. Вы сюда родились без договора, где прописано, вот там от мамы 33 метра, и все, больше никуда. Вот вы там своей кровью пуповиной прописали это все, и дальше вы никуда не имеете права двигаться. Нет, вы родились на этот свет. Вас этот свет уже принял. Принял вас в единственном лучшем экземпляре. Худший экземпляр, я вас уверяю, погибает на стадии либо зачатия, либо во внутриутробном состоянии, либо в младенческом возрасте. Все. Если вы дожили больше, чем 5 лет, то это уже лучшая версия, которая появилась здесь, которую уже ждали, которую приняли, для которой все остальное существует. Моя установка такая: я делаю лучшее, что я смогу, исходя из тех условий, возможностей, которые есть сейчас. Да, Тём, ты сначала разделил на лучшее, худшее, поделил, что я могу, что я не могу, а после этого ты уже говоришь, что а вот это я могу. То есть ты себе уже поделил, когда у тебя есть деление, тогда ты поделил, ты верхний уровень взял деление таким, ты взял его не лучшим, а то, что ты бы мог сделать, если бы что-то там поднапрячься. И у тебя всегда идет серединка, в которой ты, серединка любит чуть выше, в которой ты удовлетворяешься. Но если ты уберешь лучше, хуже, если ты поймешь, что ты лучший артист, Тём, таких, как ты, больше не существует. Неважно, в мире лучше таких, как ты, либо в определенном спектакле лучше таких, как ты, либо на определенную роль лучше таких, как ты. Лучше тебя в каком-то аспекте нет. Ты лучший. И если ты понимаешь, что в этом спектакле ты играешь ту роль, которую можешь сыграть только ты, потому что ты лучший, ты будешь играть с этой позиции, что только я могу сыграть эту роль, только я лучший вот в этой роли, других таких нет, тогда ты будешь эту роль играть как хозяин этой роли, не потому что тебе ее предоставили, потому что ты на сегодняшний день лучше ее сыграл, и ты будешь из кожи вон лезть, чтобы ее сыграть хорошо. Это одно состояние. А когда ты играешь роль как хозяин этой роли, это твоя роль. Никто тебя в твоей жизни лучше, чем ты сам, не сыграет. Точно так же и роль. Это твоя роль. Тебе ее дали, потому что ты хозяин этой роли. Потому что лучше тебя эту роль никто не сыграет. Если ты будешь играть ее из этого состояния, из состояния лучшести своей роли, то у тебя будет грудная клетка, у тебя раскроется по-другому. Я есть лучшая, но не из соперничества. От соперничества, да, вообще. Нет, не идет речь. У нас, ребят, вообще, по большому счету, у нас нет никакого соперничества. Мое место никто не займет. Никогда. Я чье-то место никогда не займу.
не хватит, меня не хватит, чтобы занять другое место, чье-то, потому что я не кто-то, я есть я только Лаврова Света. Да, лучшая версия себя, да, спасибо, классно, про уникальный. Да, да, да. Лен, вот. Когда мы говорим о соперничестве, это ерунда. Соперничество может быть, ну, в командной игре, но это не соперничество в жизни. Это соперничество, чтобы тебе соперник, ну, например, в футболе, да, вот у меня дети играют в футбол. Это когда твои партнеры тебе показывают, что можно еще вот так отбить мяч, можно еще сделать такую передачу, можно соорудить нескольким игрокам такой коридор. И ты начинаешь учиться и подниматься самому себе вот по этим ступенечкам. Но это же в юности все происходит. У тебя же нет такого, что ты в 50 лет такой, о, 50 лет я осознал, как играть в футбол, пойду-ка я поиграю. Ну, как бы, нет. Вот, поэтому здесь нужно как бы понимать, что когда мы, да, когда у нас идет становление самого себя, то мы выбираем тот ритм жизни, то те какие-то аспекты, через что мы можем себя вот здесь вот проверить, вот здесь вот переключатель включить, вот сюда вот пойти. И да, оно идет больше, больше, больше по этой траектории. И это клево. Вот. Но когда мы говорим именно о самом себе, как бы какое соперничество? Когда мы начинаем с кем-то соперничать, ну, возьмем, да, вот автономию. Когда мы начинаем соперничать в автономию, а кто дольше, а кто больше, а кто красивше, а кто там еще что-то, это, ну, наверное, сработает какой-то непродолжительный период времени. И потом все это не будет неинтересно. Как бы соперничать-то с чем? Если мы говорим, что мы идем к какому-то... дальнейшему становлению себя, то тогда не важно, кто какой путь показывает. Это клево, что есть несколько путей. Мы же собираемся здесь привидеться. Вот смотрите, вот вы, например, собрались на шашлыки, да? Своей великолепной компании, от которой вы вообще там, о, сейчас на шашлыки поедем, прям клево. Не обязательно есть мясо, это я уж образно так говорю, да? Вот. И вы... О чем думаете? Вы думаете о том, кто как поедет? Вы думаете, о, этот поехал вот на такой-то машине ночью совсем, что ли? Ну, блин, зачем это надо? А те вообще на электричке поехали. О, а эти прям на вертолете, ну, посмотри-ка ты на них. Ведь нет этого вообще даже в голове. Вы же всегда думаете, вот мы сейчас приедем, мы будем говорить об этом, мы будем делать вот это, мы будем кайфовать вот так-то и вот так-то. И вас захватывает дух от того, чтобы кто бы как ни добрался, вот в этой точке встретитесь и будете кайфовать вместе. И то же самое, например, касаемо той же автономии. Какая разница, кто как идет? Но это же клево, кто как идет. Это же как бы, ну, мы же потом в конечной точке встречаемся, мы же... где-то собраться, где-то побеседовать, где-то что-то еще. И вот этот вот кайф, а там обсуждать кого-то, кто как идет, но я бы даже не сказала, что это глупо, как бы это не имеет места быть. Вот так вот. И это касается абсолютно всего. Это касается какой-то профессии, это касается какой-то деятельности, это касается... даже любовных каких-то поворотов, отношения с детьми, отношения с родителями. Зачем мы будем обсуждать чей-то путь? Давайте мы его примем, нам какая разница, как он пошел. Если он так пошел, значит, ему так нормально. Если он на своем пути вас попросил помощи, это уже другой момент. Но если он не просит вас помощи, если он решил так идти, ну пусть идет. Вы же хотите вот здесь вот с ним встретиться по какому-то аспекту. Но это же клево с ним встретиться. Зачем обсуждать? Расскажите о своем пути. Расскажите, о, ребята, мы как добирались, это вообще хохма. Вот мы там туда заехали, там нас остановили, тут мы кого-то подвезли, там еще что-то.
Вот и так вот и происходило. Вот это да, это клево, когда вы делитесь своим опытом. Но когда вы начинаете залазить в путь кого-то, вы, во-первых, никогда не узнаете, как он там, как его путь прошел. Вы узнаете только то, что он вам захотел сказать. Никогда не узнаете чужой путь. Поэтому никогда туда не надо лезть. Только своим путем. Своим путем начинаете делиться. Куда вы идете? Вот в какой-то точке вы встретились, как оно прошло, это же клево. И от этого, наверное, и складывается этот. Поэтому, когда мне говорят, а как же конкуренция? Ну, не бывает ее. Если кто-то думает, что это конкуренция, значит, он какие-то аспекты не принял в себе. И это даже не говорит о том, что он какой-то там не такой, какой-то мелочный, какой-то там недалекий, вообще не о том. Это дойдет до каждого человека, до кого не дошло. Но я не знаю, у меня вот у ребят, которые у меня в клубе и в школе автономии, таких вопросов, по-моему, вообще нет. Вот, и слава богу. Поэтому то, что касаемо конкуренции, нет, вообще не про то. В автономии, да, хорошая площадка для соревнований. Да, но это соревнование не соревнование. То есть, кто соревнуется, тот... ну, нет, это не бывает соревнований. Ребят, соревнования бывают в искусственных играх. Искусственные соревнования в искусственных играх для привлечения каких-то навыков самого себя. Все остальное не бывает соревнований. Бывает какая-то невостребованность самого себя в самом себе. Бывает. Но чтобы там кто-то соревновался, ну не бывает. Если кто-то думает, что кто-то с кем-то соревнуется, или кто-то видит, что кто-то с кем-то соревнуется, возможно, но это не от того, что ты цельный, не от того, что ты полный, не от того, что ты готов поделиться, от того, что ты хочешь кого-то там задавить чем-то, для того, чтобы. Это ерунда полная. Это не жизнь. Это жизнь на другого всегда. Когда ты начинаешь соревноваться, это всегда ты живешь на другого, не на себя. Всегда показать другому, всегда рассказать другому, всегда доказать другому. Не про свою жизнь это никогда. Никогда это не касается вашей жизни. Всегда касается чужой. Когда это не касается вашей жизни, это не касается вас. Это говорит о том, что вы не живете. Вот что такое соревнование. И мы это тоже очень плотно, плотно, плотно все проговариваем. Так, ребят, давайте я открою микрофон. Если у кого-то будут вопросы, задавайте. Если вопросов нет, то... Так, у кого открыла микрофончики, уже можете начинать говорить. Так, сейчас я вам подожди, почитаю. Включить, потому что много-много, и надо было просто подождать, пока руку поднимет. В общем, ребят, кто хочет сказать, начинайте говорить, кому открыла микрофоны. О, это такая девушка красивая с дредами. Я так люблю дреды. Ну, на себе не делала, потому что у меня так шапка такая. Так, пока моя. Да, я хочу говорить правду, и поэтому я ее что-то там... Говори. У тебя открыт микрофон, ты можешь просто начинать говорить. Пока моя. У меня вот показывает, что это пока моя. Пока моя, не знаю, как правильно. Мариша здесь. Мариночка, я жду от тебя отзыв, потому что ты это вообще путеводитель наш.
в мир знания. Да, все, ребят, все микрофоны открыла. Теперь нажимайте на свой микрофончик, и можно говорить. Слушал сегодня про русскую речь, слово «поцелуй» и слово «целый» – один корень. Как и «хорошо» и «хор», да. Я тоже, мы, наверное, потом с вами сделаем эфир про русскую речь, там очень много всего. Самокритика может нести пользу, ведь нужно же видеть в себе, с чем работать. Но я бы, наверное, сказала, знаешь, Алена, это не самокритика, а рефлексия. То есть ты подумала, что я сделала вот такого, а я это сделала, чтобы что? А если ты начинаешь самокритика, это когда себя начинает критиковать, ну вот я такая, ну почему я это сделала, то ты как бы себя начинаешь ругать, я не за это. А вот именно рефлексия это сделала. Вот я так поступила, чтобы что? Да, это самоед. Самокритика – это самоедство. Да, правильно. Ты начинаешь как бы, для чего тебе это? А рефлексия, когда ты говоришь себе, я это сделала, чтобы что? И когда ты начинаешь себе разбираться, что ты это сделала для того-то, а почему ты это сделала? Потому что я себя почувствовала так-то, так-то. А можно в следующий раз, чтобы почувствовать себя вот так, как я хотела, сделать по-другому? Можно. А как? А вот так. И ты тогда начинаешь давать сама себе ответы. Как это сделать? Почему это будет лучше? И это будет уже актуальнее. Все, ребят, я все микрофоны включила. Говорите. Да, ребят, и еще, по-моему, у Ольги, Ольга выиграла, по-моему, у меня еще на Ведрусе консультацию, но, насколько я помню, я так ей не дала. Оль, если это так, по-моему, я с тобой тебе не дала. Ребят, не стесняйтесь мне писать, если я вам говорю, что мне нужно напомнить про это-то тогда-то, если вы по каким-то причинам не напомнили, я никогда не вспомню. Я вот если успеваю записать, но если я страницу ежедневника перелистнула, у меня это тоже забылось. Не думайте, что вы мне надоедите этим. Нет, просто у меня насчет этого нет памяти вообще. Не стесняйтесь. Задавайте мне какие-то вопросы по миллиону раз, и я все равно на них отвечу. Не всегда. Я бывает, что посмотрю ответ, я распакую как бы сообщение, чтобы оно не мелькало, и думаю про себя, все, сейчас отвечу. Раз какой-нибудь звонок отвлек, сын отвлек, еще что-то отвлекло. Я забыла, а сообщение уже распаковано, я уже не вижу, что оно светится, и я не отвечаю, хотя я планировала ответить. И вот у меня такое тоже бывает. Поэтому если вы видите, что я распаковала сообщение, или не распаковала, оно у меня ушло куда-то вниз далеко, и я уже его не вижу, у меня за сутки уходит сообщение очень-очень далеко. Напишите мне еще раз, просто продублируйте. Если видите, что я не отвечаю или не открываю сообщения, продублируйте мне. Я все равно отвечу, и не стесняйтесь их дублировать, потому что у меня бывает, вот я ночью работаю с сообщениями, я вам уже говорила, и у меня бывает там, ну, сколько-нибудь сообщений. Вот я пока отвечаю, потом бывает, что кому-то забуду ответить, кому-то еще, и все. И они у меня уже к 10 утра, они у меня уходят уже вот туда-туда, далеко-далеко вниз. Я их просто не вижу. Вот. Поэтому не стесняйтесь, задавайте мне вопросы. Если я кому-то назначила встречу, напомните мне, пожалуйста. Я, конечно же, все записываю. У меня все с собой. Но, тем не менее, бывают все-таки такое, что вот, вот так вот бывает. Поэтому не стесняйтесь. Светочка, хорошо. Да, это... говори. Я помню про то, что у меня с тобой есть индивидуальная беседа, встреча, и я обязательно тебе еще раз напишу, и мы с тобой договоримся. Благодарю, все. Светочка. Все, Олечка, давай. Да, ребят, не стесняйтесь, просто правда, вот забываю, и чтобы не было таких у вас стеснений, потому что я даже не уберите чувство важности, что вы чем-то там меня оскорбите, обидите или отнимете мое время. Чувство важности убираем и пишем. Света, можно вопрос? Да, тебе, да. Эфира.
У меня стали мышцы, ну не судорога, но сводит мышцы там по вечерам, когда ложусь. Это какие у тебя, ну, я-то ем-то, как всегда, один раз в день, зелени много. И по идее не должно этого быть. Вот, может, у тебя какие-то идеи есть? Да, чтобы судорога с мышц уходила, нужно либо выпивать столовую ложку какого-нибудь спиртного, да, как бы оно ни было, либо, если спиртное вообще далеко, надолго уже ушло, куда-то далеко, то нужно тогда в какой-нибудь горьковатый раствор добавлять чуть-чуть сладости и чуть-чуть кислоты. Именно поэтому я всегда говорю, что полынь, когда мы выходим на полыни, чтобы был туда выжимать лимон и добавлять ложечку меда. Горечь, кислота и сладость убирают мышечный тонус. Попробую, спасибо большое. Угу. Поводу вот этой штуки, по поводу делаю лучшее, что могу, исходя из тех условий, которые есть, и твое, я лучшая версия себя, да, я запомнил, очень резонирует, спасибо тебе. Все, спасибо тебе, Тём. Галочка, я помню, что мы с тобой в понедельник встречаемся. У меня это записано, я надеюсь, что я это не забуду, и ты мне напомнишь, если что. Но у меня все записано. Так, ребят, кто присоединился, я вам тоже открыла микрофончики. Если есть вопросы, задавайте. Светлана, добрый день. Добрый. А у меня к вам вопрос. Вели ли вы дневник при приходе в автономию? А дневник, где бы вы, может быть, отслеживали свои ощущения, может быть, отслеживали то, что вы ели, пили, как-то, чтобы мотивировать себя в дальнейшем? Было ли у вас такое? И может ли это помочь? Я очень много записывала, но я в основном записывала свои чувствования и мысли. Я ребятам уже показывала, у меня, ну, сейчас просто не буду ковыряться, у меня вот таких вот блокнотов, ну, на сегодняшний день, наверное, штук 5. Вот, я постоянно пишу, у меня записано то, что на каждый день у меня по встречам, это один блокнот. То, что у меня по чувствованиям, когда я только начала переходить, у меня был другой блокнот. То, что я сама себя мотивировала, потому что у меня в определенный период были такие моменты, когда я думала, что, ну, наверное, если бы я покинула этот мир, это было бы настолько проще для меня, что это просто бы вот просто облегчило все. Я готова была провалиться сквозь землю. И там у меня были мысли другие. То есть, да, я постоянно пишу, я постоянно во всех марафонах, во всех ретритах, во всех консультациях, я все время ребятам говорю, ребят, записывайте, записывайте, записывайте. Если нет возможности где-то записать, у нас всегда есть телефон, где мы можем сами себе на диктофон наговорить, а потом выжимку куда-то записать, чтобы зафиксировать. Мне кажется, что это очень важно. Это мое наблюдение, мои наблюдения самой себя, и мне кажется, что да, это действительно очень важно, потому что ты видишь, во-первых, как ты меняешься, ты видишь, как меняется твое тело, твое осознание, твое принятие и твои мысли, насколько они становятся поверхностными. Это очень видно только в записях. Это были ваши мысли по поводу отношения к переходу, по поводу каких-то трудностей с ним связанных, или это были просто все ваши мысли, которые вам приходили? Которые были связаны со мной на тот момент, потому что я же переходила не потому, что я вот такая вот вся осознала себя, и я вот такая стала вся волшебная и начала переходить в автономию, потому что в неедение, потому что мне вот я вот вся такая легкая стала. Я начала переходить из-за своей болезни. У меня очень тяжелая ситуация была в семье. У меня
после этого. То есть у меня одно за другим начало выщелкивать так, что, ну, у меня были такие моменты, у меня чуть не забрали детей, у меня выгнали меня из дома. Я в один час осталась вообще без абсолютно всего, что у меня было, чем было у меня много. То есть у меня была настолько вот разнообразная моя жизнь, что когда я ее рассказывала там своим подругам, вот у меня на Урале есть две подруги с детства, когда я ее рассказывала, хотя бы вот какую-то частичку открывала, у них глаза на лоб вылезали, они понимали, что ну, не бывает такого, как бы вообще, как это вообще может быть. И я очень часто писала, я как бы разговаривала с собой, само собой через бумагу. И меня это в какой-то момент спасало, потому что, ну, вот так вот было. Поэтому писала я мысли, я писала все, что было связано со мной. Вот так я бы сказала. Спасибо большое. И молодцы, что преодолели все это. Спасибо. Спасибо вам. Кстати, можно и картины писать, или стихи, причем взять за правило каждый день делать, тоже видно, как меняется мировоззрение. Да, ребят, вот смотрите. Вот видите? Плохо видно. В общем, да, картины я тоже, мне с огромным удовольствием. Вот это вот одна из последних, и сейчас вот я еще одну. Пока времени тоже не очень много. Поэтому, да, картины я тоже люблю. Да, задавайте вопросики у кого-то. У Катерины, дизайнер, декоратор, включен микрофончик. Катюш, ты нам что-то сказать хочешь или нечаянно включила? Да, ребят, если вопросов нет, то... Можно вопрос, Светлана? Да. Приветствую. Привет. Вот сейчас почему-то возник вопрос. Знаю, слышал про твою историю перехода, как вот ты из болезни решила себе помочь и с помощью автономии улучшила свое самочувствие, здоровье. А пришло ли у тебя сейчас осознавание, понимание, откуда взялись изначально твои болезни? Как это с твоим образом жизни там было связано, возможно, там от твоего восприятия этого мира? Как-то эта взаимосвязь отслеживается, нет? Да, отслеживается. Но я сейчас прямо вот в этом эфире, по крайней мере, все рассказывать не буду. Во-первых, я увидела... несколько своих прошлых жизней очень четко. И одна из прошлых жизней мне очень четко сказала, что я делаю в этой жизни, что я делала в предыдущих двух не то, и что мне, для чего мне дана была вот эта жизнь вот с этими аспектами, чтобы что я сделала. Во-первых, этот момент. Во-вторых, я очень четко понимаю, когда у меня была предоставлен момент, так скажем, абортироваться моей маме или нет, и какое в том числе и я принимала решение в этот момент, в состоянии зачатия, да, и мы это можем вспомнить, и у меня ребята вспоминают это на ретритах, и это действительно, ух, такие захватывающие, наверное, осознание, чувствование и... Когда ты это понимаешь, когда ты к этому приходишь, то начинается это все как минимум зачатие, а как максимум еще, если ты вспоминаешь предыдущую жизнь свою,
то она очень четко отслеживает вот этот вот паттерн, как мы любим говорить, многие любят говорить, вернее, карма. А я все-таки, наверное, больше таким медицинским языком, да, психологическим, паттерн поведения, как он передается. Да, я поняла, я отследила это, и мне очень приятно, когда у меня ребята вспоминают свою либо предыдущую жизнь и понимают, почему они из той жизни это все перенесли сюда, либо они вспоминают внутриобное состояние, почему они живут вот с этим чувствованием вот столько там 30, 40, 50 лет, и когда они начинают это раскручивать, тогда у них тоже наступает другой момент их жизни, и это очень важно, да. Светлана, а вот эти вот все знания, это очень интересно. А как они приходят обычно? Это какие-то практики или саморефлексия? А, я вообще не люблю слово «практики». От слова «совсем». А почему я не люблю слово «практики»? Потому что мы же не практикуем нашу жизнь, мы ее живем. И как раз на ретритах мы разговариваем, мы очень много разговариваем, я бы только так это назвала. Я бы не назвала это практикой, я бы не назвала это уход в себя, я бы не назвала бы это еще чем-то. Но ребята, когда мне задают вопросы, когда я им начинаю задавать через них вопросы, и когда они мне начинают отвечать, они все глубже, глубже, глубже погружаются в себя, и мы, как правило, доходим либо до, вот прям до глубины себя, либо если какой-то есть аспект, то я их провожу через гвозди. Гвоздистояние. Вот. Это гвоздистояние может быть абсолютно любое, но как я чувствую гвоздистояние, это именно тот барьер, когда ты через эту боль и рассоединение со своим физическим телом можешь уйти в свое сознание, а наше сознание, оно не в нашем теле. Оно далеко, глубже и намного дальше, чем наше тело. И вот ты через это можешь пройти туда. Но это с определенными, видимо, с определенными словами, с определенными вибрациями голоса. Наверное, я бы так сказала. То есть это похоже на гипноз немножко? Гипноз – это когда тебя вводят не в то состояние, в которое тебе, для тебя привычно. А здесь, наверное, даже не гипноз, а именно когда ты уходишь вглубь себя. Вот настолько глубоко в себя, за моим голосом, да, но оно немножечко… Наверное, гипноз – это когда я могу управлять. А когда я веду человека, это он садится за руль своего сознания. И жмет он на газ именно туда, куда вот, где вот это вот черно, где вот это вот нерешенное что-то, где вот это вот, где этот аспект, который он не вытащил туда, который он не смог его преобразовать в этом воплощении. Наверное, так это сказать. Как бы это мифически не было. Спасибо. Очень похоже на коучинговую сессию. Хотелось бы поприсутствовать. Это будет на ретрите, да? Да. Спасибо. Пожалуйста. Так, с Ютуба вопросы еще почитаю. Так, Татьяна. Добрый вечер, Светлана. Добрый вечер, Глося. Светлана, родная, вы изменили мою жизнь. Благодарю и люблю. Благодарю, мне это очень приятно, правда. Ларочка, моя светочка, благодарю тебя, что ты даришь себя нам. Да, Ларочка, жду тебя на ретрите. Раскол. Великолепные, очень полезные мысли, Светлана. Благодарна. Спасибо тебе, Раскол. 13 лет сыроежу и голодаю насухо. Спустя такой срок не могу преодолеть насухо более 8 дней. Ломки по воде адские, невроз. Экзорцизм отдыхает. Болею, кстати, что-то типа анорексии. Тело на полную не работает. Приезжайте на ретрит. Проработаем. Очень сложно такие моменты проработать по смс-кам. Это не потому, что я хочу максимум денег содрать со всех, кто-то только мне пишет, а потому что действительно есть такие моменты, которые можно проработать только вживую, и от этого, ну, никуда не деться. Если я вам скажу, что мы можем проработать так,
Ну, это я вам просто совру. Зачем? Вячеслав. Светлана, может, не по теме, вы знакомы с Санториной. Как вы можете объяснить ее неспание с едой 1-2 раза в день? Нет, я правда не знакома с ней. Как-то нас вот не столкнула, пока еще наша жизнь не столкнула нас вместе, чтобы пообщаться. Поэтому я не могу ответить вам на этот вопрос. Я вижу, что она свою микрофлору натренировала не выделять вещества, которые микробиота выбрасывает в кровь, чтобы вырубить своего носителя. Не могу вам пока сказать, но я могу сказать, что у нас очень, очень огромные данные нашего физического тела, которых мы даже не представляем. Они настолько обширны, и я еще раз повторюсь в очередной раз, что жизнь без еды и без воды – это всего лишь инструмент. Это не путь, к которому я дошла, и все, и я вот здесь. Это инструмент, он мне помог, потому что у меня было такое заболевание. Для кого-то он может быть неприемлем, кто-то не может им пользоваться. Я, возможно, не могу пользоваться какими-то другими инструментами. И каждый идет со своим инструментом куда-то. И я сейчас вижу, что вот это вот, куда я сейчас иду, это настолько все глубоко, настолько все много и настолько все интересно, меня это захватывает. И мне все меньше и меньше, все реже и реже остается времени на сон, потому что он мне уже не интересен. Мне не интересно туда уходить. Мне интересно обследовать то, что мне сейчас показывает мое мировосприятие. Возможно, у нее это идет с едой и без сна. Я не знаю, я правда... Я слышала о ней, но я не видела ни одного эфира с ней. Пока не приходилась возможность, чтобы ее посмотреть. Поэтому не могу ничего сказать. Светлана, вы рисуете здорово. Светлана, как у вас с физическими нагрузками? Физические нагрузки, они необходимы, тебя без физических нагрузок просто порвет. Это я уже говорю всем, потому что по-другому не бывает. То есть ты все равно себе делаешь какие-либо физические нагрузки, неважно, что это. Это кардио какая-то нагрузка, это спортзал, либо это еще что-то. То есть ты всегда делаешь себе физическую нагрузку, она идет ежедневная. Без этого никак. Ребят, вновь присоединился, я вам тоже открыла микрофончики. Можете задавать вопросы. Физическая нагрузка обязательно. То есть у меня она есть, как правило, это практически каждый день велосипед. Его нет либо когда дождь, либо когда погода прям совсем-совсем такая морозная зимой. Ну, морозная я имею в виду со снегом, что корочка льда на дороге, что я не могу ездить, потому что это опасно. Либо это сильный ветер, потому что при сильном ветре, ну, на моем велосипеде ездить не получается, его сдувает. Вот, может быть, какой-то специальный велосипед, на нем можно будет ездить, на моем нельзя. Вот, либо это, вот, я какое-то время делала ЕМС, сейчас мне он надоел, спортзал, ну, ходьба обязательно. Ну, то есть, в любом случае, физическая нагрузка, то есть, нет такого, что ты целый день лежишь дома, сидишь дома или что-то там еще делаешь. Даже если ты очень занят, ты все равно как минимум час выделишь на какую-то физику. Это обязательно. Извините, а бани, сауны позволяете себе? Баня у меня, ну, я вообще люблю баню, да, но у меня должно быть обязательно, что если баня... то это должно быть обязательно, чтобы был какой-то холодный источник. То есть это должен быть либо бассейн, либо какая-то купель, либо еще что-то. Ну, то есть просто вот баня, и где ты можешь просто постоять под душем, на сегодняшний день неприемлемо. Не обязательно нужно заканчивать холодом. Вот. А так, да, и мы на ретритах, когда мы каждый ретрит заканчиваем баней. Потому что у меня на ретритах ребята все на сухих, неважно, с какими они недугами туда приезжают. Если даже никогда они не были на сухих днях,
в этой атмосфере они заходят спокойно на сухие дни, мы идем спокойно, мы идем без болевых ощущений, у нас это все нормально, и у нас потом начинает последний вот у нас день, последний вечер, у нас заканчивается, как правило, баня, и вот мы сейчас едем в ретрит-центр Наяна, очень нравится, летом, возможно, еще на Красную Поляну, еще другой центр там арендуем, вот. Но там у нас есть баня, купель, бассейн, то есть, пожалуйста, все, что хотите, и там у нас такое праздничное чаепитие полынью. Вот, поэтому все великолепно, если все это делать правильно, без фанатизма и обязательно с заканчиванием холодной воды, обязательно любая, любые процедуры, то это очень, очень клево. Благодарю за ответ. Благодарю, Вячеслав. Да, ребят, еще есть вопросы? Мы с вами еще в понедельник будем встречаться. Да, в понедельник же у нас с вами эфир. Понедельник это в клубе у нас про страхи мы, да, поговорим. Во вторник у нас будет открытый эфир. И во вторник, скорее всего, у нас будет открытый эфир по нетрадиционным отношениям. Это такая тема, про которую очень мало говорят, потому что она настолько, настолько скрупулезная, настолько, наверное, она категоричная для каждого, для каждой стороны, поэтому ее очень мало раскрывают. Но насколько я поняла, что она настолько актуальна, и она действительно актуальна, она заложена еще в генетическом восприятии родителей, тех людей, которые получают удовольствие от нетрадиционной ориентации, и как они живут в этом мире, это, ну, это очень интересно, я бы так сказала. Вот. Поэтому мы, наверное, сделаем вот такую тему. Это будет она у нас во вторник. А в среду у нас с вами прорисовка в клубе. Будем рисовать денежный поток, про который мы как раз говорили, как у нас реализуются наши желания через чувствование. Вот, и мне уже ребята скидывают, начинают скидывать свои картинки, свои видео, когда они начали через чувствование свои желания воплощать, и как они у них прям моментально начинают, насколько они получают от этого удовольствие, когда они у них реализовываются прям сразу. Да, у кого-то там еще микрофончик зажужжал, говорите. Да, ребяточки, кто он вновь присоединился, тоже микрофончики открыли, открыла, так что тоже можете говорить. Да, только у меня у одной девочки не открывается микрофон почему-то. Значит, так оно должно быть. Угу. Ребят, есть еще вопросы? Ну, если нет еще... вопросов, да. А вот как вот я лучшая версия себя, она обязательно коррелирует с каким-нибудь там финансовым успехом, социальным успехом? Или это не обязательно должно коррелировать, то есть вот какой-то такой критерий? Или это ощущение счастья является как бы критерием этого? Тём, да, я поняла, что ты хочешь сказать. Я абсолютно уверена, что когда мы говорим о лучшей версии себя, когда мы же многогранны, мы же об этом уже говорили, если мы какую-то грань в себе пропускаем по каким-то причинам, пропускаем их по определенным причинам всегда. Например, финансовую сторону, да, которая многих задевает. И если мы пропускаем эту финансовую сторону, говоря, что нам это не важно, нам это не актуально, а мы можем без этого, мы еще что-то. Мы не можем без этого. Мы не можем. Человек, который всю жизнь живет, например, там, давайте грубое предположение сейчас сразу же выскажу вам. Человек, который всю жизнь живет в комнате, не в квартире, не в доме, который там вышел, там женился, вышел замуж, там еще что-то, за
великолепную девушку, которой тоже ничего не нужно. И вот они вот с милой рают в шалаше. Это классно, но дальше они передать смогут только тот потолок, до которого они дошли сами. Тот потолок восприятия благ земного шара они смогут передать только тот, до которого они дошли сами. Если они не увидели прекрасного катания на лошадях, если они не увидели великолепного проведения времени с друзьями на яхте, на каких-то островах, где-то еще, они не смогут это передать. У их великолепие закончилось в комнате. Это не хорошо и не плохо. Просто для них вот это вот, вот эти великолепия эмоций вот здесь. Дальше они пойти не смогут. Они смогут передать только свою внутреннюю любовь. Внутреннюю любовь друг друга. Внутреннюю любовь друг к другу. Внутреннюю любовь к кому-то либо еще. Но внешнюю любовь, внешние аспекты благости они не смогут передать ни своим детям, ни своим близким, никому, потому что они их не прочувствовали. Тём, ты про это спрашивал? Вот этот аспект открыл? Ну, да, про это. Я просто подумал, но вот если я, допустим, я лучшая версия себя, исхожу из этого, я раскрываюсь, не соревнуюсь, не конкурирую, реализую себя. Я, по идее, становлюсь расслабленным, креативным. И автоматически это, по идее, косвенно должно влиять и на социальный успех, там, и в том числе должно и на финансовый, просто из самого ощущения. Я вот про вот это. Да, да. Чем больше ты раскрываешься, тем больше... Это же не говорит, что ты обязательно должен стать миллиардером. Не про это я, ребят. Не путайте, пожалуйста. Я именно про ощущение. Если вы хотите взять новую охапку ощущений, вы ее идете и берете. А если вы хотите взять новую охапку ощущений, но вы ее не берете, потому что не можете взять по каким-то аспектам, в том числе и финансовым, вот здесь нужно задуматься. Но если вы хотите ее взять, вы просто идете и берете. И когда ты раскрываешься этому миру, мир раскрывается тебе. И у тебя уже нет ограничений. И если ты в чем-то начинаешь совершенствоваться для самого себя, то у тебя открывается потихонечку каждый аспект того, докуда ты сам в себе дорос. И оно идет, цепляется друг за другом. Мы же единый стержень, многоградный. И все эти грани постепенно начинают открываться, очищаться и блестеть. Ну, супер, Юж. Я тогда попробую попасть на эфир финансовый. Давай, он уже был в клубе предыдущий. Ты послушай его, если тебя не было. А потом прорисовка у нас будет в среду. А, супер. Да, ребят, кто еще хочет сказать, задавайте вопросы, и буду завершать эфир. Вопросов пока больше нет. Ребят, вопросы пишите под видео. Я на каждый вопрос, если я понимаю, что я не могу ответить в двух словах в смс-ках, я их записываю себе, у меня все вопросы записаны. Я потом делаю по ним эфир. Поэтому не стесняйтесь, записывайте. Если вам кажется, что это какой-то неуместный вопрос, ненужный, что он какой-то, вот все задают такие вот хорошие вопросы, а у меня нехороший вопрос. Если вы так думаете, обязательно пишите. Это именно тот вопрос, который крутится во многих головах. Никогда не минимизируйте себя. Если вы хотите задать, просто задавайте.
Если не хотите, я же не буду говорить, кто этот вопрос задал. И мы просто его будем раскрывать. И это очень важно. Мне очень важно и очень приятно, когда вы открываетесь и переходите на другую стадию самого себя. Мне очень приятно с вами общаться, когда вы все растете, растете, растете. Я очень многому учусь у вас. И для меня это очень важно. Поэтому всем спасибо, пишите свои вопросы. Мне очень приятно, что сегодня столько народу было в эфире. Для меня это у нас такой, с каждым разом все больше и больше ребят участвуют. Я вас всех очень-очень обнимаю, жду ваших вопросов. И эфир, конечно же, сохраним и на Ютубе, и здесь. Всего доброго. Спасибо.